Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита! Давайте это делать вместе. Ой, у меня сегодня опять все вкусно. Опять все, можно сказать, то же самое, но я всегда говорю, что я ем то, что я люблю есть, то, что мне нравится, то, что мне вот сейчас захотелось, я пошла и поела. Вот, приятного аппетита. В общем, что у меня? Сосиска, конечно, куда без сосиски. Вот осталась одна, никто ее не хочет. Конечно, я доем, кто еще не доест, кроме как не Яна. В общем, давайте начнем, потом я уже расскажу. О, такая у меня вкуснятина. Далее. Салат. Ну, салат стандартный, огурцы, помидоры, листья салата, чуть-чуть лимонного сока, укроп, много репчатого лука, заправлено маслом. А, еще я горчицу туда добавила, вот эту дижонскую. Угу, вкусно. Ну, гость программы. Сосисон. И типа, вот это типа, очень жаль, у меня развалилось, это типа омлет у меня. Угу. В общем, я его слепила из того, что было, называется. Кабачок с луком обжарила. Вот так вот, по-летнему. Кабачок с луком обжарила, короче говоря. Ну, как бы обжарила, потушила. Добавила помидорку, колбаску. Взбила яйцо одно. Можно было два, но мне одного достаточно, в принципе. И листья салата туда тоже добавила. И вот такая вот вкуснота у меня получилась. А, когда яйцо взбивала, я добавила туда еще, ну, чуть-чуть соли и паприку. И паприка придает такой очень интересный вкус. Очень не хватает еще здесь зеленого лука только. Где у меня горчичка? Прям влюбилась в меня. Для сосисона. Сосисон мой в салате. Вкусно. Кабачки уже по 99 рублей у нас. Ешь не хочу, называется. Один лук. У нас наконец-то на улице потеплело. Ну как? 22 градуса. Солнышко. Ну, можно в футболках ходить. Ну, что-то дня на 3, а потом опять. 17, 19. Ой, хочется уже настоящего лета. Сиськи. Просто. Я не знаю. Вкусно. Настоящего, знаете, такого лета. Как в мае было. Жара. Ну, тогда еще школа была. Еще не ощущалось. Летом и ночи были холодные. Очень вкусно. Ну, это кто любит, как я. Вот так все смешать. Намешать. И есть. Я говорю, я кабачки в любом виде. Я их везде. Thank you.
уже объелась, мне кажется. Но это мне только кажется. Приветики я передам. Они у меня пусть немножко подкопятся. Я... А то некоторые вот прям обижаются бывают. Ты мне там не передала привет, Яна. Я всем все передам. Угу. Я говорю просто... Что я там один привет буду передавать? Надо несколько подкопить и передавать. И передавать. Я вот уже сколько говорю, у меня спрашивают про стримы, про прямые вот эти вот трансляции. Блин, надо. Честно, надо просто разобраться. Я в этом вообще не особо понимаю. Меня еще просили вот эту вот сделать программу донаты. Короче, потому что не все могут там, допустим, да, донатить на карту. Ну, я тоже не знаю, что там. Как-то. А вот стримы я бы с удовольствием проводила. Пообщаться вот именно в режиме реального времени, это очень интересно. Ну, надо там разобраться. Что, кого, куда и как. Стали бы вы смотреть меня в прямом эфире? Там вроде как модератор нужен. Ну, это не обязательно, конечно. У меня Ева, конечно, может быть модератором. Еще у меня была такая идея, конечно. И даже Ева у меня согласилась на нее. Снять мукбанг. Ой, что-то подавилось. Пробуем корейскую еду. У нас открылся твой отдельчик. Я уже рассказывала. И там вот продают корейскую всякую еду. Лапшу, всякие чипсы, вот это вот все. Ну, знаете, столько неадекватных людей у меня на канале появляется. Что я как-то вот не готова ребенка снимать. Многие спрашивают, почему. Да почему? Ну потому что. Почему-то я вам все перестала что-то там рассказывать. Ну вот потому что. Именно из-за этого. Вон, вы видели мои комментарии дня. Я буду и дальше снимать, и зачитывать. Ну, кому не нравится, тут просто выключить, правильно же? Ой, тут один лук остался. Лук такой злой. Злючий лук. Да, вот это я поела, так поела. От души. Сейчас не встану, наверное, за стола. Буду выползать. Капец. Вот очень вкусно. Все, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Перерабатывать это все. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Ваша Яна.